Дело о госизмене Виктора Януковича сегодня в очередной раз рассматривали в Оболонском райсуде столицы. В частности, посмотрели видеозапись заседания Совбеза ООН 2014 года, на котором на тот момент представитель России Виталий Чуркин зачитал письмо Януковича к президенту России Путину. В этом письме просьба ввести на территорию Украины вооруженные силы. Сторона обвинения в суде заявила, что демонстрация этого документа Чуркин пытался узаконить военное вторжение РФ на территорию Украины. Адвокат, в свою очередь, все отрицал. Следующее заседание состоится 15 августа. Будут допрашивать свидетели обвинения экс-представителя Украины в Совбезе ООН Юрия Сергеева. Вважаю, что все доказы, которые отримані стороной обвинувачения, на досудовому розслідуванні вони є незаконними, вони є недопустимими через те, що підозра пред'явлена не була Януковичу. У сторони обвинувачення є великий обсяг доказів, беззаперечних доказів, які доводять, що даний лист був. Всі ці документи разом з зверненням Чуркіна та разом з заявою Януковича були визнані офіційними документами Ради безпеки ООН. Нами це отримано в законний спосіб.